Инвестиции в модернизацию Архангельской ТЭЦ должны быть увеличены. На это настаивают городские власти. Поводом стали сразу две аварии за месяц. Сначала из строя вышла одна из турбин. Спустя две недели дефект на сетях. Специалисты Архангельской ТЭЦ его, конечно, устранили, но в домах горожан заметно остыли батареи. На восстановление параметров потребовалось несколько часов. Произошло повреждение на трубопроводе сетевой воды в котлотурбинном цехе. В целях снижения запаривания работающего оборудования станции и определения места дефекта оперативным персоналом ТЭЦ были установлены два насосных агрегата и кратковременно снижена циркуляция тепловой сети. Температура теплоносителя не уменьшалась, теплоснабжение города не прекращалось. Как отметили в городмине, две трети теплосетей Архангельска изношены. Как выяснилось, 85% финансирования инвестиционной программы ТГК-2 идет не в областной центр, а на модернизацию системы Северодвинска. Архангельск же за последние 10 лет получил только 1,5 миллиарда, при том, что вся инвестпрограмма – это 10 миллиардов рублей. Руководство города будет настаивать на пересмотре пропорций.